Послание к римлянам – это послание, где вы видите откровение благодати. Сегодня вы увидите, каким образом язычники виновны перед Богом, и также вы сегодня увидите, каким образом евреи виновны перед Богом вдвойне. Потому что одни будут виновны перед Богом, поскольку знают закон интуитивно, а другие будут виновны перед Ним, потому что знают закон не только интуитивно, но также имеют его в письменном виде. Обращая внимание на то, что мы будем читать, размышляйте обо всем, что мы узнали о законе, узнали о благодати. Слава Богу! Мы будем читать третью главу послания к римлянам, и Павел будет говорить о своем учении. Он находится на пути в Рим, и он говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению». Мы об этом говорили, и Павел ясно сказал: «Я не стыжусь этого благовествования, этого Евангелия». Евангелие — это весть, которая слишком хороша, чтобы быть правдой. Это наиглавнейшая благая весть о том, что Иисус простил нам все наши грехи. Он никогда не будет судить нас, и никогда не оставит и не покинет нас. Это и есть благая весть. Мы продолжим читать с 18 стиха 1 главы послания к римлянам. В данной части послания, знаете, иногда читая Писание, вы не понимаете, о чем идет речь. Но в данном случае апостол говорит, что язычники — это не евреи. Помните о том, что закон был написан не для язычников, а для евреев, для еврейского народа. Но здесь апостол говорит, каким образом язычники виновны перед Богом. 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Я читаю эту часть, потому что, послушайте, если вы не знаете разницы между Ветхим и Новым Заветами, если вы не знаете различия между законом и благодатью, то вы возьмете этот, 18 стих, вырвите его из контекста и будете проповедовать людям, вызывая у них чувство самоосуждения. Я так делал. Я говорил: «Так говорит Библия». Но вам надо понимать, к какой аудитории обращается апостол и о ком он говорит. Он говорит о язычниках, виновных перед Богом по причине закона, о чем он упоминает в 18 стихе. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков». Вам ясно, что речь идет о людях, состоящих под законом, потому что гнев Божий не направлен на тех, кто под благодатью. Понятно? В Библии ясно сказано, что Бог больше не гневается на вас. Апостол говорит о том, как закон навлечет вину на язычников, подавляющих истину неправдою. 19 стих. «Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им». Расширенный перевод. «Ибо что можно знать о Боге, очевидно для них, и явно в их внутреннем сознании, потому что сам Бог показал им». Он говорит о внутреннем сознании язычников. Они не получили закон в письменном виде, как это произошло с еврейским народом. Но апостол говорит, что внутри себя они знают то же самое, что написано для евреев. Закон, написанный для евреев, есть и у язычников. Он написан в их сознании, написан в их сердцах. Откуда известно, что закон написан в их внутреннем сознании? Потому что Бог показал им. Если Бог показывает вину, в которой живут язычники, Он показывает и то, что они пытаются существовать по закону. Но этот закон не записан на скрижалях. Он написан в их сознании. Они знают его интуитивно. Бог открыл им этот закон, вложил внутрь них, и этот закон делает то же самое. Приводит вас к вине, приводит к осуждению, приводит к стыду, потому что для этого закон и был создан. 20 стих. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Они безответны. Расширенный перевод. «Ибо Его невидимая природа и качество Его,
Вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что у людей нет отговорок. У них не остается никакой защиты и никакого оправдания. Двадцать первый стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили?» «Но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Дальше. «Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». «Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь». «Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга». «Мужчины на мужчинах, делая срам, и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Похоже, тут говорится про наше время, а? «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму, делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды». «Блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Они знали закон, они знали суд Божий, но все равно делали непотребство. В чем цель закона? Чтобы вы поняли, когда вы пытаетесь исполнить закон вместо того, чтобы жить под благодатью и праведностью Божией, вы заканчиваете вот этим. Все, что мы тут прочитали, есть закон. Апостол говорит, что язычники виновны перед Богом, потому что в своем сердце они знают Бога, но не признают Его как Бога. Они оправдываются, говоря: «Мы не знали, что добро, а что зло, но Бог говорит, вы знали». Это знание вложено внутрь вас, и вы знали. Зная правильный контекст того, о чем говорит апостол, теперь, когда вы будете читать это место, у вас не возникнет искушения использовать это местописание против людей. Вы не скажете: «Вот законы, которые ты нарушаешь. Посмотри, что говорит Библия. Вот что с тобой будет». Апостол говорит о суде Божьем и переходит ко второй главе. Всем понятно, о чем идет речь? Он переходит ко второй главе. В 32 стихе 1 главы сказано: «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Потому что, судя другого, делаешь то же». Он обращается к этим язычникам, которые знали Бога, знали закон. Апостол говорит им: «Вы не можете никого судить, потому что все виновны в том же».
А в чем они виновны? Они виновны в неисполнении закона, который они знали. Второй стих. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая то же? Ты, делающий то же самое и осуждающий других, как ты избежишь суда Божия? Когда я учу об этом, люди обращают внимание на описание грехов, но упускают главное. Здесь речь идет о людях, пытающихся исполнить закон. Четвертый стих. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию». Разве не так? Именно благодаря благости Божьей люди меняются. Люди меняются не из-за закона, не из-за правил и предписаний. Можете дать людям кучу законов, но это не значит, что они изменятся. А что изменит их? Благость Божия ведет тебя к покаянию. Мне нравится расширенный перевод. Ты что, настолько слепой, чтобы шутить, легкомысленно относиться, пренебрегать, недооценивать богатство благости, кротости и долготерпения Божия? Ты невежественный, не понимаешь, что Божья благость предназначена для того, чтобы привести тебя к покаянию, чтобы изменил свой разум и своего внутреннего человека и принял волю Божью. Вам надо поставить большую звездочку напротив четвертого стиха, потому что Бог делает это и сегодня. Его благость и доброта изменяют людей, а не разговоры в церкви. За то, что ты это сделал, тебя ожидает суд Божий. Люди, говорящие такое, вероятно, сами делают те же грехи, потому и говорят о них другим. Но апостол говорит, «Разве ты не знаешь, что благость Божья меняет людей и приводит их к покаянию?» А не осуждение, когда вы говорите другим, что и как они делают неправильно. Но, брат Доллар, кто-то должен говорить людям о том, что они делают неправильно и как поступать правильно. И угадайте, кто будет им говорить? Дух Божий. Да, Он будет использовать нас, чтобы это делать, но мы должны знать, как. Павел покажет вам, почему ни язычники, ни евреи не исполнили закон. Пятый стих. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его». Вы знаете, что говорит он не о тех, кто под благодатью, потому что с ними такого не будет. Ваши грехи уже были подвергнуты суду. Для Бога судить вас за ваши грехи, когда Он сказал, что уже подверг ваши грехи суду в теле Иисуса, означало бы дважды наказать за одно и то же преступление. Но с вами такого в судный день не произойдет. Не так давно я говорил вам о судном дне, говорил о том, что будет с непринявшими Христа как своего Господа, а также с теми, кто принял Его своим Господом. Об этом сказано в 20 и 21 стихах главы Откровения. «Тех из вас, кто принял Иисуса Христа своим Господом, Он приглашает прийти и стать причастником благости, которая будет частью вашей жизни, потому что участником второй смерти вы не будете. Мертвые воскреснут, и море отдаст мертвых, и Бог, судив их за грехи, бросит в озеро огненное. К вам это не относится, потому что в день вашего рождения свыше произошел суд над вашими грехами в теле Иисуса Христа. С грехами покончено. Иисус заплатил за них цену. Вы не пойдете в ад, потому что вы приняли Иисуса Христа. Первое. И приняли Его плату за все ваши грехи. Второе. О, слава Богу! Кто-то скажет, «Я в это не верю. Я верю в то, что ты должен нести ответственность за все свои грехи. Я должен исповедовать все свои грехи». Ну, во-первых, что насчет тех из них, которых вы не помните? Что если вы забыли исповедовать грех превышения скорости? Вы ехали со скоростью 60 км в час, а надо было 40, и теперь вы пойдете в ад. Любой, даже одержимый, имеет больше здравого смысла, чем человек, рассуждающий так. Если бы Бог так поступал, никто бы не захотел иметь с ним ничего общего. Аминь? Но когда вы узнаете благую весть о том, что Иисус на самом деле сделал, и как Он простил нас,
Слава Богу! Что Иисус сделал для нас и как Иисус, говорю вам, если вы узнаете эту благую весть, вы будете служить Ему всю оставшуюся жизнь. Будете служить Ему всю оставшуюся жизнь. Говорю вам истину. Вы не захотите грешить, потому что вы слишком заняты отношениями любви с Ним, и эти отношения будут постоянно расти и расти. Седьмой стих. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой души человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и эллина, язычника. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, потом и эллину, язычнику». Вы видите, что Павел говорит о законе? Чтобы произошло это, вы должны делать вот это. Кто делает это, получит вот это. Апостол об этом говорит, «Ибо нет лицеприятия у Бога. Те, которые не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся». У язычников нет написанного закона. Тогда почему Павел сделал это утверждение? Не имеющие закона осудятся вне закона, а имеющие закон осудятся по закону. Но почему он это сказал? Посмотрите дальше. 13 стих. «Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе закона делают, то не имея закона, они сами себе закон. Значит, они все равно остаются виновными перед Богом». Пятнадцатый стих. «Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах». Ну вот оно. «Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа». Павел закончил говорить о виновности язычников перед Богом, и теперь переходит к тому, что евреи будут виновны не только по написанному в их сердцах. Но и по закону, данному им. 17 стих. «Вот, ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом». О, послушайте это. «И знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме». Вы знаете, апостол говорит об их надменности из-за знания закона. «Наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины». Помните о том, что Павел находится в Риме. Он пытается объяснить римлянам, слышащим Евангелие в первый раз, и первое, что он хочет сделать, показать им, где они находятся. Павел говорит им, «Хотя вы и не евреи, а римляне, язычники, я хочу вам показать вашу позицию относительно закона, прежде чем начну говорить об этой наиглавнейшей благой вести. Потому что вы думаете, что с вами, согласно закону, все в порядке». Но он старается им показать, согласно закону, ни у кого ничего не в порядке. Надеюсь, вам понятно, о чем я говорю? Я так радуюсь, потому что знаю, что скажу дальше. А вы сидите и думаете, ну, понятно. Радуешься этому скучному материалу, о котором мы говорим, но дальше будет лучше. Я радуюсь тому, что будет сказано дальше. Потому что, читая 1 и 2 стихи, я думаю, ну все, я обречен. Со мной все кончено. Не исполнил я закон. Я виновен. Бог осудил меня. Я язычник, и потому на пути в ад. Но не об этом говорит Павел. Хвала Господу. Слава Богу. 20 стих. «Наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины». Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь.
Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо из-за вас, как написано, имя Божие хулится у язычников. Обрезание полезно, если исполняешь закон. Апостол говорит, оно полезно, если ты исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Вот о чем он говорит. Вы думаете, что праведны благодаря обрезанию? Вы ходите и хвалитесь, я обрезанный. Но что насчет того, кто обрезан по закону, но нарушает закон? Нам что, отменить его обрезание и называть необрезанным из-за того, что он нарушил закон? То есть, апостол говорит, вы запутались. Прочитаем 28 стих. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти». Он говорит, вы хвалитесь тем, что иудеи по рождению, вы хвалитесь своим обрезанием на плоти, но не тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Рассказав обо всем этом, Павел готов проповедовать благую весть. Он готов проповедовать наиглавнейшую благую весть. Павел привлек римлян. Некоторые из них обижены тем, что он говорит. Но посмотрим первый стих 3 главы. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Это шедевр Павла в послании к римлянам. Он соединяет все вместе и дает понимание того, о чем говорил раньше. Павел начинает и говорит, «Итак, какое преимущество быть иудеем, или какая польза от обрезания?» Расширенный перевод. «Тогда какое преимущество остается для иудея? Каким образом он пользуется благоволением?» И какая ценность обрезания, какая польза от него? Великое преимущество во всех отношениях. Можно начать с того, что им верено Слово Божие, пророки, намерения и изречения Божьи. Смотрите, вы знаете, что закон, начертанный на скрижалях, Бог дал евреям. Второй стих в переводе короля Иакова. Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божье. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божью? Расширенный перевод. Что с того, что некоторые не верили и были без веры? Что их нехватка, их неверие аннулирует? Сделает неэффективной и недейственной верность Божию и его верность своему Слову? Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как написано. Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению. Никак. Ибо иначе, как Богу судить мир? Ибо если верность Божия возвышается моей неверностью к славе Божьей, за что еще меня же судить как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые засловят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых. Весь мир, готов он сказать, виновен перед Богом, независимо от того, кто эти люди. Он говорит, что иудеям было вверено Слово Божье, а язычникам даже не был дан закон.
Это значит, что имея закон, написанный в сердце, и записанный закон, иудеи виновны вдвое больше, чем язычники. Я хочу, чтобы вы увидели, как пострадали эти люди из-за того, что знают. И теперь Бог хочет использовать рожденных свыше для того, чтобы евреи приняли Евангелие. Они получили закон, а вам было дано Евангелие. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Вы знаете о том, что Павел был евреем, верно? Потому и сказано, имеем ли мы преимущество? Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Посмотрим, что сказано в расширенном переводе. Итак, что же, разве мы евреи, выше их, и у нас лучше положение? Ответ – нет, нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины, язычники, все под грехом, удерживаются им и находятся под его силой и контролем. Как написано, нет праведного ни одного, имеется в виду под законом. Но люди в церкви используют этот стих и сегодня. Библия говорит, как написано, нет праведного ни одного. Однако все, кто сделали Иисуса Господом своей жизни, праведны перед Богом. И это все мы с вами. Но под законом, при Ветхом Завете не было праведных. Они пытались быть праведными по закону, но закон никого не мог сделать праведным.